джинсы, вот эта техника используется для украшения, кеды любят молодежь дизайнерские сделать себе, сумки. Вытираем лишнюю водичку. И вот получился наш с вами рисунок. У тебя бумага обыкновенная? Да, да. Но есть и специальная, но я использую ксероксная бумага. Вот такая. Рисунок будет сохнуть где-то полчаса. А вот эта водичка, которая у нас готова, мы, видите, немножко краски осталось. Мы просто ее размешиваем.